красиво, просто великолепно. Одета прям шик-пык. Вот это вот, я бы сейчас не хотела быть на этом месте. После 100 баллов выступать очень тяжело. Да, но она сильная на самом деле, девочка. Ну, сейчас, походу, будет вторая соточка. Я тебя отвоюю у всех земель. У всех небес, от того, что лес, моя колыбель и могила лес, от того, что я на земле стою лишь одной ногой, от того, что я о тебе спою, как никто другой. Я тебя отвоюю у всех других, у той одной. Ты не будешь ничей жених, я ничьей женой. И в последнем споре возьму тебя, замолчи, у того, с которым Яков стоял в ночи. Давай, 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 давай. Я тебя отвоюю у всех других, у той одной. Ты не будешь ничей жених, я ничьей женой. И в последнем споре возьму тебя. Молодец! Прикольно, интересный расклад. Да, это говорит, что у нас будет тайное голосование, но у нас оно будет позже. Женечка, ну вы как поющий психолог, что можете сказать? На самом деле ей было очень тяжело после девочки, да, нашей тоже офигенной нуцы в 100 баллов выступить. Но это невероятно, вы просто, вы волшебница, вы нас... Ну, меня лично, просто вы меня проняли от и до. Вот у меня сейчас трясутся руки, хреновый я психолог. Спасибо вам огромное, спасибо. Я хочу сказать, что сегодня самый тяжелый финал. Лазарев, мы сегодня должны напиться после финала. Я не пью, ты не пьешь. Я не пью, ты не пьешь, но я сегодня прям выпью. Прям вот даже, прям право. И не то, что выпью, я нажрусь сегодня. Потому что это невозможно вытерпеть. Этот стресс невозможно вытерпеть, правда. Ну, это какое-то... То, что сегодня происходит здесь, в финале, ну, и правда, не знаю, как это. Да. Я хочу спросить разные мнения. Паскаль. Ну, действительно, вибрации по всему залу. И вот такое прочтение этой песни, которую мы хорошо достаточно знаем и уже привыкли к звучанию Аллегровой, но тут прям вот вообще никак ни ассоциации не было никакой. И я счастлив, на самом деле, правда, что у нас такой замечательный финал. Спасибо тебе огромное. Спасибо, спасибо. Можно передать микрофон, я бы говорил, Мурашовым. Бум, говорит. Да, Юрий Бум. Шеврин, да и Ольга Косибарова. У меня супруга в зале, Лилечка. Лилечка, где вы? Лилечка, вы понимаете, вы не переживайте. Это не то, что вы думаете, да. Они у нас просто такой педагогический тандем. Да, две мурашки. Вам привет, спасибо за мужа. Яночка, вы спели так проникновенно, так душевно и так понятно. Мурашка пошла. Вы замечательные. Спасибо огромное. Ну, а теперь Доминик Джокер. Я был уверен, что это не пройдет мимо меня. А вы знаете, я руководствую только эмоциями. И вот
Тут очередность выступления участников, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд, это мое субъективное мнение, вас подвела. То, что я получил от Нотса, я не получил от вас, поэтому я считал нечестным для себя встать и нажать кнопку. Если бы ты вот нажал, у нас бы не было бы ничей. Я хочу дать отдельно слово Сергею Лазареву. Честно могу сказать, что я наслаждался каждым вашим выступлением на этой сцене. В отборочном туре вы дважды выходили. Сегодня это были три разных выступления. И я вижу, какой у вас спектр талантов, как много красок у вас. Это так здорово, это так ценно. И я очень надеюсь, что мы еще раз в батле вас услышим. Я очень на это надеюсь. Спасибо, Сережа, вам большое. Спасибо. Ну что ж, мы провожаем Яну Горную. Ей не хватило одного голоса, чтобы у нас была тройная ничья. И она покидает тройку лидеров. Под бурные аплодисменты.